Доброе утро, друзья! В общем, сейчас Брилицкая накормит вас самым вкусным завтраком. Себя и вас прогнозируют. На часах уже 12. Вот, ну, я была на пробежке, потом делала там задание. Сейчас буду готовить завтрак. На завтрак у нас будет овсяная каша, моя любимая. Я уже очень давно ее не ела. Кстати, рассказываю. Вот так выглядит моя комнатка, где лежат все мои вкусные продукты. Вот такая вот моя овсяная каша. Вот она. Это Very Well фирма. Потом я делаю овсяную кашу не на молоке, а добавляю йогурт кокосовый. Потом самое вкусное. Ребят, короче, я раньше ела пасту, сейчас расскажу, Ауми. Теперь я ем пасту, кешью пасту от вот такой вот фирмы, которая называется просто Nuts. Nuts. Это паста кешью. Дальше. Ну, я вот честно, вот я сейчас без зазрения совести, это просто реально, никакая не реклама, вообще ничего. Это просто офигенная фирма, где пасты, прям, боже, они такие, они тают реально во рту. И кокосовая манна, то есть она даже называется манна, потому что она не как паста, да, а она прям как масло. Ну, короче, нереально, и вкусная, пипец вкусная, вот именно вот это. Название фирмы, это у меня в доме просто завезли именно такие, и я просто все, извините, Ауми, теперь я вот с этой пастой, с этой фирмой. Короче, будет у меня, потом вам покажу процесс, будет у меня каша овсяная с сливой, с абрикосом, с ожиной, ежевикой. И с голубикой. И это вообще можно выдержать? Это ж не каша, это какой-то взрыв мозга сейчас будет. В общем, сейчас покажу, ребят. Итак, друзья, кашка моя варится. Овсяночка. Напишите, кстати, вы любите овсянку или нет? Я люблю очень. Так, дальше. Боже, запотела. Дальше я добавляю... Вот этот абрикосик. Дальше я добавляю мои любимые. Боже, я обожаю вот эти ягоды. Я не знаю, ребята, кто там что скажет. Хотя ладно, мы их не будем пока добавлять. Мы их добавим, когда будет у нас готова кашка. Сейчас мы достаем это, кстати, вот кокосовый йогурт. Я его всегда добавляю в овсянку. Я люблю не на воде, а на с йогуртом. В общем, в 11 часов встретились с Аней.
На часах... Ань, сколько на часах? 3:30. Немножко просто поговорили, кофе попили. Да, да, ничего такого. Ничего личного, просто, ну так, как дела, что делаешь, чем занимаешься, где поешь, где работаешь, все нормально, все хорошо. Посмотри последние новости. Да, 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 да. А вот, поговорили на самом деле обо всем, просто обо всем, о чем только можно. Обсудили тему отношений, тему психологии, тему карьеры, тему всех, тему кино. Театра, Ань, что? Всех успешных, всех успешных. Личностного роста. Да. Успешного успеха. Успешного. Успешный успех, так мы назовем наш новый общий блог с Аней. Да, успешный успех. Вот так. Достигли. Да, чего достигли? Точно. Да, чего достигли? Аня даже опустила глаза, чтобы не смущать вас. Да. Я должна говорить на камеру или... Нет, говори мне, это все нормально, вообще, вообще, не обращай внимания. Я просто лишилась всех друзей, потому что они в какой-то момент начали... Боже, мне это так знакомо. Бухать там и все такое, да. Такая, ребята, мне надо быть дипломатом, пошла учиться, да. Вот в этом роде. И я чувствовала себя таким изгоем от того, что просто я классно учусь. Ты уже все готово у тебя. Просто пустой. Короче, не знаю, пойду ли я на этот голос. Вообще, может, оно меня уже перегорело, я уже и не хочу, на самом деле. Это такое дело, да, Яна, у Яны все вот так. Вот, поэтому посмотрим, как будет. Но суть в том, что Аня мне сказала очень верный и правильный инсайт о том, что ну и что? Что ты там, не знаю, мне понравилась твоя фраза про то, что ну и что, если ты даже не пройдешь, и что? Пойдешь, запишешь классные видео с ребятами, с музыкантами, сделаешь что-то для себя классное, покажешь миру просто песни, и все. Конечно, ты супер самодостаточный уже артист, чтобы просто доказывать, что ты классная, ты уже классная. Доказывать ничего не надо. Друзья, ничего никому не доказывайте, делайте в кайф, вот и все. Так вот. Ребята, всем привет! Я сейчас, значит, направляюсь маме. У меня сегодня у мамы день рождения. Я еду сейчас, в общем, подарок у меня уже есть. Я иду за шампанским, за вкусняшками, за цветами. Еду к своим родителям домой. В общем, будем сейчас поздравлять сюрпризом мою маму. Смотрите, как я одета, как настоящая зефирная дочь. Вот, в общем, короче, я побежала. Мама не бачила? Ну, ні. Ну, що виходить? Ні, не бачила. Ну, тоді ну пошли за... А ну, папа, забери цю сумку, я піду в маму. Спасибо, моя сонечка, спасибо. О, Боже. А я вже думаю, що це десь моя дитинка. Наверно, дуже зайнята. Дуже, наверно, зайнята. З днем рождения, мамулечка, це тобі. Спасибо, Боже. Який шикарний букет. Боже, яка красота.
Спасибо. Ми сім'я Брилицьких не скромна, скажімо так. Як є, так і є. Значить так, рід Брилицьких він такий, як казав мені батько. Папа, як ти мені казав? Ти помниш? Ти мені завжди казав, я не позор рід Брилицьких. Главне не позор рід Брилицьких. Так, казав, так. От так от, ребята. Сім'я Брилицьких, сідайте за стіл. And I don't wanna be somebody.